Эй, всем привет, меня зовут Дмитрий, это канал Кода ТВ, и сегодня мы будем продолжать проходить лето Остров Приключений, и на этот раз мы будем проходить часть вторую, летние каникулы, смотри в оба. Эти острова полны скрытых тайн и загадочных механизмов. Хоть они и не принадлежат ни одному региону, ваш отряд решает провести некоторое время на пляжах этих островов. Так, гарпустум ветра, гарпустум сделан из натуральных птичьих перьев. И прочная ткань, возможно, в нем заключается действительная сила. Это какой-то инструмент интересный, походу. К заданию. Так, новых заданий у меня тут не появилось. Нет, не появилось. Отслеживать. Ага. Пошли. Летние каникулы. Смотрю, отдохните до утра. Угу. Ну, давайте отдохнем. Мы же не отдыхали. Какая хорошая погода. А Иманбета до сих пор во сне. Доброе утро. А что это за наряды? Нам идет? Мы переоделись по-летнему, хотя мы сюда приехали не развлекаться. Ну, не хочется пропускать такие летние деньки у моря. Выглядит не слишком странно. Такая элегантная легкая одежда мне явно не подходит. Простите. Выглядишь да-е хорошо. Биг-сестра. Звучит как это по-нигерски из гетто. Биг-сестра. Look in the ocean. Что-то коричневое. На буёк похоже. Ладно. Приехали. So could that be why these buoys are right? Is it okay? Perhaps. It's hard to say what will be waiting for us at sea. Once you are ready, please assemble here. Now then. Да, мы всегда готовы к битве. Thanks. Оцените боевую готовность. What could those buoys, these islands, we were guide, but I'm here to Is there anything I can do? Oh, I just want to see, and just, I really... Have you finished your preparations? Да, Great. Уже все готовы. Я давно готова. Что делать надо? Надо следовать что-то загадочное. Инкс. Пойдем исследуем. Наверное, это какой-нибудь спускатор воды. И что с ним делать? Как тебе исследовать? А, по тебе стрелять надо. Зашибись, исследовали, пришли, разрушили. Ай, да, мы еще те исследователи. Лучшие. Да-да, король. Че, вода сейчас начнется опускаться? Не? Ну-ка.
the sound. Где тут наши ракушки новые? О, зашибись. Нормально делай, нормально будет. Еще бы этот сраный квест с этим колодцем сейчас можно было бы сделать, но это будет в следующей серии. Ну да, тогда попросторнее немножко стало. Looks like Cleese's energy. Before the ground start with the entire archipel, something like that would be probably. It's incredible, no matter how you think. Well, I. Wow, Master G. Thank you. I found him. It's Don. He's over there on that island. You wanted Clee to come. Is that? Something has. Ого, тут еще и можно активировать сразу. А, якорная старянка теперь внизу, да? Вон она появилась. Ну, нормально, нормально. Посмотрим, насколько наши. Ну да, так. Значительно зона увеличилась. Так, какие-шки. Ладно. Что мы хотим сделать? Отправиться к центральной платформе. Ну, пойдем отправимся. О, даже звездочки появились. Там. Плывем. В центральной платформе мы плывем. Так, тут у нас тоже сразу сходу встречает маяк и телепорт. Неплохо. Да тихо, нам сюда не надо. А, ну можно и вот так блокировать. Так, пойду-ка я на всякий случай телепорт активирую сразу. Сейчас какой-нибудь Магукенки вылезет. По щам нам надает. Ну, кстати, видите, сразу две ракушки появились новые. Please be careful. Huh? It resembles Dodo King. I arbitrate. Right. You. What? She obvi. Hey, Dodo. Is it because I? Huh? Hello. It looks like. It's some kind of human. Oh, do you recognize? Какая-то машина. No, I can only guess. Inazuma? But isn't that? It would appear so, but given it. An abandoned mission. Oh no, Dodo King isn't moving anymore. Clee. Maybe. Right, right. The Dodo King wants to go with Clee to play elsewhere and come back once Dodo King wakes up. Really? Of course. Really, really. No, this isn't. Не говорит. I won't give up. Dodo King, just wait. We'll find you. Шило в жопе. And there she goes. Осмотритесь вокруг. Это мы умеем. Ordinary night. Look, look at this. It feels like a memorial for. Hey.
Everything we've seen here indicates that there was one, and up to now, we still have yet to- Master Jean, can I go over the- Yes, but- Okay. Клея слишком young to have a proper sense of danger. Traveler, honestly, сейчас подорвет все нахер. It makes me want Miss Barbara. Клея, what's wrong? Do you think why would the Donico? Hey, Клея, it's a harp hat. I heard my big sister. Yeah, Клея was just thinking. I made this harp hastum. Yay! So keep your chin up, Клея. Okay. My ding ding dong. Yeah, leave it to up, even if it take but in tip. Так, задание мы выполнили. Следите за направлением ветра, чтобы управлять волноходом. Ага. Морское задание у нас появилось, да? Окейшки. Через 23 часа. Ага, они еще и будут по времени открываться. Нормально. Сколько получается? 23 часа. И один день, да? То есть 2 дня. Ага, и следующий через 2 дня. Ну да, получается, как раз нам на это время дают, чтобы мы их выполнили, эти задания. А что, они не взрываются? Ну я-то думал. Solidify. Думал, сейчас подорву немножко эти могилки. Значит, говорится, могу Кенки нас пока не будет тревожить, да? Ну и хорошо. Текст. Ну что, пойдем глянем на ивентик. Ага, только у нас теперь телепортом за. А, у нас там он и не был открыт. Допустим. Водоворот полный вперед задание называется. А, ивентик точнее. Да, области прям так прям сильно расширилась. Это, конечно, здорово, но можно не делать так больше. О, еще и новые пузырьки появились. Прикольно. Ага, вон я вижу, наш активатор стоит. Новое задание появилось. Кого слушается дикий ветер? Ну, это, наверное, уже чуть попозже. Давайте, наверное, все-таки разделю эти видосы на отдельно на ивент, отдельно на квест, на прохождение. Кому интересно, ребят, в следующее видео включайте и смотрите. Сейчас я его отдельно запишу для вас.